более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Участников ожидает насыщенная дискуссионная программа. Спортивные события. Незабываемая культурная программа. 1 ноября 2016 года начнет работу Международный молодежный медиа-центр. Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет при поддержке институтов ООН. Работа на фестивале будет вестись на всех официальных языках ООН. С 14 по 22 октября 2017 года Россия вновь распахнет двери всему миру. Остался ровно год! Ура, ура, ура! Отлично!